Здравствуй, мой дорогой друг. Эта медитация «Настрой» была создана специально для гайда, который ты приобрел. В этой медитации «Настрой» мы будем настраиваться на классную, продуктивную, позитивную тренировку. Слушай все, что я тебе говорю. Представляй. И поехали. Давай сделаем глубокий вдох. И глубокий выдох. И повторим еще раз. Вдох через нос. И выдох через рот. И снова вдох. И вместе с выдохом мы выдыхаем все напряжение, которое скопилось в нас за неделю, за день, за предыдущие часы. Твое тело расслабляется. Тревога уходит. Переживания тоже уходят. Ни одной мысли не пробегает в твоей голове. Ты слышишь и идешь только за моим голосом. А теперь давай представим тебя на лошади, на поле. Во время тренировки. С самой первой секунды у тебя все задалось. И лошадь в настроении. И у тебя приподнятое настроение. Потому что ты ощущаешь себя крутым, сильным и умеющим. Умеющим все то, что ты проходил до этого. Все то, что ты так отрабатывал. На каждой тренировке. Все то, что ты часами учил, ты сейчас это помнишь, и ты знаешь, что у тебя все круто получается. Твое тело чувствует себя просто прекрасно, отзывается на каждое движение лошади. Твой баланс просто шикарен. Ты чувствуешь полностью движение лошади под собой и реагируешь на них не только от головы, но и от своего тела. И ты едешь верхом и замечаешь, что все то, что у тебя не получалось на протяжении долгого времени, сейчас просто получается на автомате. Ты даже не задумываешься, что тебе делать. Или как сейчас поступить, какое принять решение. У тебя просто, интуитивно и автоматически все получается. А знаешь, почему получается? Потому что ты много времени уделил этому. Ты старался, ты вкладывал свои силы. И именно это дает тебе тот результат, который ты получаешь сейчас. К сожалению, волшебной пилюли нет. Ничего не решит твой вопрос, кроме самого тебя. Только ты способен чему-то научиться. Не тренер, который учит тебя. Не друзья, которые подсказывают. Не даже я, которая сейчас ведет тебя по медитации. Это только ты выбираешь, учить, запоминать, действовать или нет. Только ты ответственен за свой результат. И знаешь, мне кажется, он очень крутой. Ты большой молодец или большая молодец. Потому то, как ты сейчас ездишь,
Это намного лучше, чем то, как ты ездил. Тебе не нужно сравнивать себя с кем-то. Не нужно сравнивать себя с другими всадниками. Никто не знает, каков был их путь. Ты должен сравнивать себя только с самим собой, который ты был и который ты стал. Вот это действительно результат. И если тебе кажется, что можно было лучше, пожалуйста, не обесценивай себя и свой труд. Я уверена, ты сделал лучшее, что ты мог на данный момент жизни. А теперь давай представим то упражнение или элемент из выездки, или преодоление препятствия, или просто рысь или галоп. И представим то, что у тебя так долго не получалось. Представим? А теперь давай представим, что у тебя это получается. Давай от каждого момента движения лошади мы представляем, что ты делаешь в этот момент. И как этот барьер, элемент выездки, или рысь, или галоп у тебя получается. Что ты чувствуешь сейчас, когда тренер говорит, что ты огромный молодец, что он верил в тебя и знал, что у тебя получится? Что чувствуешь? Гордость за себя, правда? Уверенность, радость. Побудь в этих эмоциях, поощущай их. Не теряя это чувство, когда будешь готов, открывай глаза и с этими чувствами садись на лошадь. И поверь, ты действительно можешь. Поверь в себя, у тебя все получится. Ты большой молодец. Спасибо, что ты прослушал эту медитацию до конца. Я рада, что ты был со мной эти 8 минут. Желаю тебе хорошей тренировки и помни, ошибаться не страшно. Страшно ничего не делать и не ошибаться. Обняла тебя. Thank you.